Меня зовут Муясар. Я из города Ферганы, из Узбекистана. Ну, я вообще здесь как пионер служу. И мне это нравится. Ну, вот у нас есть члены церкви, и мы... Они общаются. Я, например, у меня есть тетрадь, у меня специальный список. За них я молюсь постоянно. Да, у меня особенный опыт был, не только мой, это церковный опыт наших женщин. Я молилась об одной женщине, Марине. И я ее приглашала, она как-то не приходила. Однажды пастор приехал, тогда у нас был Андрей Владимирович пастор. Он мне говорит: «Моя Сарапа, уже надо идти навстречу к ней, раз приглашает идти». А я что-то какая-то, как будто преграда у меня была. Я не шла. И вот он пришел, суббота была, на служение к нам. Мы сидели за нее, молились. Вы не поверите, она в двери сама пришла. Пришла, мы поздоровались, она как будто наш свой человек. Села и общались вот так вот. Так она стала приходить в субботу на малые группы. Ну, в первую очередь, ответственность служу. Чувствую. Не то, что вот такая прям натянутая ответственность. Вот заботливая ответственность. И вот эта милость чувствую Божью. Именно через эту милость меня движет эта милость. Ну вот я хочу всем вам пожелать, чтобы вы никогда не боялись. Самое главное, были постоянны. Постоянны в молитве. Если мы в молитве постоянны, Бог поле это готовит для нашей работы вместе с Ним. И милости больше, пожертвования больше, временем, может, финансами. Такое тоже очень много бывает. Ну, желаю, чтобы это было все как-то на любви строилось, на любви Божией неслось. Милость и любовь, они вместе, вот это они сопровождают нас. Тогда легко делать, и страха нет. И любовь сама по себе проявляется, и милость течет рекой. Если мы хотим, конечно. А если нет желания, то его надо просить у Бога, он дарует. Он так дарует с изобилием. Я сама на себе испытала. Спасибо. А сейчас давайте объединимся в молитве и помолимся о служении, которая совершается на территории Центральной Азии, и попросим Бога даровать нам силу для совершения нашей миссии.